Партнер проекта – магазин строительных материалов «Южный двор». Все необходимое для сада и огорода в магазине «Южный двор». Он построил медиплавильный завод в Мотовилихе, где обосновался рабочий поселок, и оттуда разросся весь город. Теодор Курентис, театр оперы и балета. Как бы, там как многие приезжают, чтобы посмотреть именно постановки именно Теодора, как бы, которые вот... Как, ну, что-то новое он привнес именно в театр этот самый, который стал популярен по всей России. Надежда Баглей, например, активистка сада Соловьев, да, которая под ее руководством, я не говорю, что это только она, получается, очистила лог от мусора, посадила там деревья, сирени, и сейчас можно слушать Соловьев и проводить экскурсии. Юрий Трутнев, так сейчас вот вспомнился, что он для города в свое время сделал очень многое. Это и касалось и дорог, и остановок, Стаханская, вот эта развязка. Остановочные комплексы появились, качественные, красивые, современные. Ну и по благоустройству просто сами заасфальтированы были дороги. Промешкова. Он занимался торговлей, привлекал финансы в город, занимался меценатством, построил множество значимых заведений учебных. Пажов, сказки, я думаю, да, и вся страна знает, дети знают, взрослые знают. Серебряная копытца, то, на чем выросла я, то, на чем растут мои дети, старший ребенок, младший ребенок. То есть с точки зрения, на мой взгляд, того, что все равно воспитание, оно закладывается с детства. И Бажов один из, так скажем, основоположников, да, какого-то такого закладываемого детского воспитания. Основание нашей Перми дали, получается, не те, кто сюда пришли, а те, кто жили до нас. Языческие племена. И их символ был символ медведь, который сейчас... актуален и стал символом нашего города. Ягелев сделал очень большое имя Перми, внес вклад в развитие театра. Она знает за рубежом, в нашем балете, в нашем театре. К нам приезжают туристы, вот опять же Ягелевские фестивали. Это же большой приток туристов из-за этого Перм. Ну и из-за этого, наверное, власти развивают инфраструктуру города, делают парки, чтобы город был приятен. Постараюсь приложить максимум усилий, чтобы главным человеком, который впоследствии станет отцом промышленности, возможно, или культуры, станет вот этот человек, который подрастает. И я постараюсь сделать так, чтобы он стал достойным этого звания.